Так. Такая кудряшка. Кудряшка Сью. Кстати, я так ни разу и не посмотрела это кино «Кудряшка Сью». Надо посмотреть. Мирей Матье пришла в гости. Пью смузи за ваше здоровье. Такой вкусный смузи. Так, сбегала, принесла. Значит, здесь у нас банан и клубника. Вот такой вот смузи. Но кроме этого еще я обнаружила в холодильнике манго и банан. Сейчас мы с вами его попробуем. Так. Я не буду мыть, а просто сверху добавлю. Опять же, за ваше здоровье. Обожаю манго. Манговый сок мой самый-самый любимый. Ну и апельсиновый тоже. Так, сейчас еще чуть-чуть пивну. Невозможно оторваться. Сегодня зашла в магазин и вообще планировала купить одно, купила совсем другое. Сейчас показываю. Strawberry Rose Flavor Infusion. Вот такой вот. Так. Называется Skinny Syrups. То есть такие стройные сиропы. Strawberry and Rose. То есть это клубника с розой. Но должно быть что-то с чем-то. Я купила добавлять в шампанское или в какие-нибудь горькие белые вина. Если уже сильно-сильно горькое вино белое, и тебе уже не хочется пить, но оно дорогое и жалко выкинуть, добавляешь Strawberry and Rose. И все, идешь дальше. Значит, второй купила. Skinny Syrups Zero Calories Peach. О, кстати, персик. Это же мой любимый. На все времена персик. Обожаю персик как фрукт. Обожаю персик в парфюмерии. А теперь еще обожаю персик вот в такой бутылке. Это такой сироп добавляешь в какие-нибудь соки или просто в воду, чтобы что-то вкусненькое такое было. И третье, опять же, разберы. Это малина. Ну, малину я же обожаю, в парфюмерии, по крайней мере. И в жизни я обожаю малину. И как я могла пройти мимо? В общем, я купила малину. Там был еще сироп с кофе, но он был в стекле, а это в пластике. И мне не хотелось переть, потому что я еще купила кое-что, сейчас покажу. А вы полюбуйтесь на малинку. Вот такой стол. Ну, тут, правда, немножко поцарапано. Но он был на такой скидке, что я не могла это не взять. Сделано из металла. Вот здесь вот как поднос, да, вот я подумала взять вот этот русский поднос. У меня когда-то был у моей мамы в доме по детству такой расписной, какие-то русские узоры, на вот именно на железе, да. И там прилепить ножки вот такие и поставить. Вот, например, я сюда поставлю, ладно, последний раз покажу, такой вот столик. И вот столько он стоил. $2 вместо $17 плюс налоги. Ну, как я могла пройти мимо? И вот эти вот дринки были, ну, сиропы были по 50 центов. А изначальная цена была 10. Они списали, потому что сезон прошел. И они не хотят этого, то есть они должны это уничтожить, да? И чтобы они не везли, не тратили на бензин, там, скажем, и на уничтожение, они вот по 50 центов продали таким умным Машам, как я. Вернее, Олям. Вот. Обычно я не покупаю сиропы, но подумала,
неплохо бы иметь что-то такое, чтобы, если слишком горькое шампанское, например, да, то есть оно слишком, как говорят, bittersweet, что аж щемит, и все. И ты не пьешь из-за этого. А там добавил немножко спайс такой. Или там немножко малинки, немножко персика. И все. И жизнь наладилась. Ой, а у меня до сих пор вот этот wisdom tooth, то есть зуб. Вот этот зуб мудрости лезет. Я уже назначила как бы операцию. Но потом я ее отменила ввиду кое-каких причин. В общем, не буду долго рассказывать. Я не знаю, когда это закончится. С этим зубом мудрости. Почему он вздумал лезть именно сейчас. И не раньше, и не позже. И вот и мне ну, совсем не нужно. Но вот такое случилось. Расскажите, у кого был зуб мудрости, да еще куда-то он растет не в ту сторону, и так больно, и там даже началось как инфекция. И я выпила сейчас антибиотики, вернее, я их пропила. Сейчас я могу даже выпить немножко вина, потому что пятница, да? А потом мне нужно пропить еще антибиотики, чтобы хотя бы записаться на операцию, которую я очень боюсь. Не знаю. И потом я без наркоза не могу. С наркозом там отдельный случай. И я не знаю, что я буду делать. Посоветуйте. А я заканчиваю вот этот репортаж. Вообще я планировала еще один репортаж сделать про парфюмы. Так что встретимся в следующем клипе. Всего самого-самого хорошего. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. Я полетела. Пока-пока.